пацанки делают заливы, да. У нас они легкие тоже. Чтоб не в короле сидеть. Кстати, как вариант заработка, сейчас очень актуально, это создание шапок, ну, каналов вообще, для тех, кто хочет начинать стримить, ну, то есть, вот. Угу. Создание превьюшек, забавки. Печальные новости для тебя. Под нами есть тела. Да я видел, когда перед носом пролетел. На скорости. Но передо мной летит тоже. Че печальная. Нормальная новость. М? Нормально. Сколько? 4? 6? На пятерых вижу. Я двухэтажку нема. На первом этаже ничего, на втором этаже. Так, он по-моему убежал сюда. Троны не берутся. Они бегают здесь. Столица. Я тоже одного убил. Я уже двоих убил. Одного с мачете зарубил. Второго с кулака. Еще двое, да? Ну, если мы троих убили, да, еще двое. Пятеро будет. Ну, одну команду мы высекли, когда ты убил, мой умер. А второй, ну как бы первый, которого я положил, он ползал, значит, как минимум один. Ну, что в доме сидит, смотрите. В твоем? Нет, 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 в моем только один был. Он меня сидел, слушал, он с двери позакрывался, что я бегаю. Я на лестнице стоял, его ждал. Но снова умер. Так, одноэтажный домик открыт. Двухэтажка с моей стороны соседняя закрыта. Кто-то стреляет. У меня в доме стекло разбилось, только не понял, откуда и кто. У меня подо мной бегает. Угу. Thank you.
Блять. Напугал. Собака сутула убил. Сразу умер. Ну все тогда, один свалил на нас. Не факт. Не факт, да, и человек вот этот домик был. Там здесь закрыто все. Ты бегаешь по улице. Угу. В твой дом захожу. Ты же все залутал первый этаж? Нет. Я на втором, да, но я не все залутал. Что тебе надо, что есть из оружия? УЗИ у меня и все, больше нет ничего. Она быстрая. Сейчас отхиляюсь. Один должен быть. О, глюки. Ты залутан? Нет. Но здесь юмбик валяется, не знаю, если потому что они не любят. Значит, убежали. Ну, то есть один парабом. Не понимаю, почему они болики не поднимают? Да они слабо сейчас энергетики хиляют. Болики нормальные еще, а энергетики вообще почти не хиляют. Выцел досол совсем. В красный, да? Угу. Жан, на остров будет уходить. Можно сразу катериться. Я хочу что-нибудь плутать. Ну это понятно. С мачете бегается. На этом мачете кровь моих врагов. Я же убил одного с мачете. Одного с кулаков, одного с мачете и двоих сузи. Нет, вру. Одного сузи. Вроде закрыто. Но сейчас такие жулики. Никому, никому верить нельзя, блин. Это да. Ну кроме меня. Да ты тоже жулик. Так, ВСС-ка. CTR Юмпикс Прас, собираю ВСС-ку. Вниз. Оружия нет, 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 оружия нет. Все месяца. Шлем первый. Так, брысь отсюда. Ты прибежал, а? Ухин. Здесь дворзан таки нет. А, второй броник здесь забери. О, тачка. От нас тут уезжают. Или приезжают? Не, уехали. Даль поехали. Вот, сука. Погнали за ними туда, блядь. За семерки пока не надо, да? Вообще ничего не надо, мне уйти, блядь. Тачка слева. Ну
все с собой тогда. Он забрал тачку, да, здесь. Он сейчас и лодку нашу заберет. Тогда нам надо бежать, его останавливать. Угу. Тут залутано слева. Я понял. Я вижу, то есть. Ну, ВСС патроны нужны? Да не, у меня их там 300 штук есть. Я их не расстреляюсь. Возле домов не видно, лодка стоит, две лодки стоят, но дома открыты. Вот это смотри. Слева кто-то на нас едет. Бля, еще одна машина. Он далеко крюк дала. Блин. 4 наши все, а? Прямо плыли вплавь. Они здесь на нас сейчас сидеть будут. А он катер их. Я не видел, что кто-то отсюда уехал. Где они все? Плачь, что ли, проходит? Смысл, он два катера, вот тут три стоит. Три, да. Непонятно, они все сюда ехали, потом все исчезли. Давай к левой лодке. Перед нами видел? Не. На 105. Он домов. Нет, не видел. Идем убивать, нет? Ну там да, там он дальше как раз не стоит. Пойдем. Оружие надо быть. Угу. Дальше завелась и ехала. Блин. Насвалил. Ладно, поплыли. Ну, он следующий лодка пошел на то. Понятно. Сволочь. Я его только убить хотел. Да смотри, у нас какие-то. Он там один. О, кто-то по мне с глушака валит. Я знаю даже откуда его. С горочки. Знаешь откуда? С НВ. С этим, там с туалета. Да, я вижу, да. С прицелом, сука. Кто садится? Да. Погнали. Да погнали. Погнали. Чего он еще, а? Ясно. Чисто. Ура, оружие! Че там, калаш? МК. А, ладно.
это ничего, это главное. Сколько, Патрик? 30 всего. Да. Еще хотя бы 20. Ничего себе, на тогда тебе эту штуку. Стой. А, давай. А, мне плащочка самому нужна. Да учил бы не хватать там. Все, теперь на полном сборе. Пойдем к мосту. Да. Сейчас, секунду. Ты запись или трансляцию запустил? Запись. Я же говорю, я же так не могу дождаться за вчерашнего вечера, пока не привезет 30 клиентов. Сейчас запущу трансляцию, он же позвонит, скажет, что ходи, мне придется все бросать. Я на мосту вижу багги стоит в засаде в конце, но никого не вижу, пацанов. Блин, а как ссылку на свой этот? Багги стоит в конце. В засадерском месте. О, куда сейчас едет дача? Красная эта. А ну-ка. Пацаны, встречайте. Дача остановилась. Не поехала. Задача УАЗик приехал. Стреляется с УАЗиком, да, раз, два дал. А, задача двое вылезли, оказывается. Ты там ползаешь, блядь, выше чуть. Все выше, да выше, Дэн. Во. Куда побежал? На месте. Поймал. Да. Вверх. Заход. А, на мосту. Вверх за холм. Вверх за холм. Заебись, ты смотри у нас. Там я кому-то раз попался, он отказался за машину завод на кого-то. Сейчас. Зачем раздолбаем их на все? Да я несу. Я только пописываю. Так. Их мост не в зоне еще, к тому же. Соберутся. Они не в зоне. По-моему, машин уже нет, УАЗик стоит и дача. Смотри левее. Смотри. Не, дача стоит. УАЗик поехал с моста, они поехали. Он сейчас будет сюда поворачиваться. Бля, не успею бежать по дороге. Они еще на мосту? Нет, они уехали по мосту на УАЗике. О, еду только подъезжаю. На баги. Минус один. Минус два. Ало, я второго, блин. Обратно под забрал у меня, да? Мне вот так хорошо три раза забрал. Нифига себе, у меня тут 9 аптек, их 4, лишак на ПП, пятерки. Блять, мне уже ничего не лезть, я семерки скидываю. Давай, я тут что-то как раз скидываю. Мини 14 есть. Как
чьими стенками мы мечты на создан. Да выкинься ты, блядь, я сейчас так сдохну. Короче, пиздец. Кого так все насобираешь, это жесть. Все, учиться. 20 секунд. Тут мотик передаем. Сейчас, подожди, хилис пополню. Сейчас боль крутываю, погнали. Встаю, бегу. Лечу, птица. Оп. Да я тебе так скажу, мотоциклист из меня не очень. Ладно. Поехали, я там посмотрим. Сюда я за... Вот, куда... Блядь, я не в зону бегу. Да здесь упали. Это по иксам что? Х4. А, нормально. Блядь, там второй был. Тебе надо было? Не, я взял. Я просто думал, что сам можешь. У меня ВСС-то со своим маленький. Большая, две малых, один болик, два энергетика. Патронов... Здесь малых, по... два энергетика. Патронов по 300. М-ка калаш. Нормально. У меня то же самое. Нет, у меня 200 того, 200 того. Нормально. По левому краю горы пойдем. Заметь, очень часто стала зона сосновка следует. Не через катку. Это плохо, мне это не нравится нихуя. А, справа. Где то? Ну ты еще, конечно, 22. По водырях. Ошибись, пострелялись и никто не умер. А не так вот, Патрики портят. Не, умерло твое. Слева могут пойти. Давай, я смотрю. Не то, что смотрю, присматриваю тут бортом. А никого не вижу. О, перед нами прямо. Перед нами. Прям рядышком. А тут не клышачок. Прям вот перед нашим деревом. Из... Вправо уходи. Дэн, вправо уходи. Ко мне сюда. Блять, не убил, он за этим деревом. За деревом, все. Я понимаю, по мне еще второй стрелял. Свиньки этой, блядь, это жесть. С ней ближний пляшет. Куда-нибудь ползай сюда вниз, на меня. Сюда. Там снизу насаживают.
В наглую сухой. Все ай, понятно. Ходи. Сзади. Я... Он да, с дома. Кар. Кар-кар-кар. Не, у меня, ну, блядь, мини и этот... ВСС, это два оружия дальних. Ближнего вообще нет. Жесть. Неправильный комплект взял, надо было не скидываться. Ты М-ку скинул? Да, я М-ку скинул, да. 16-ю. А мини взял это. Надо было М-ку оставить и мини взять вместо ВСС. Ну, не то немножко сделал, ступил. Немножко. Два дальних оружия получилось. Шаги еще сзади, по-моему, нет, да, все равно. Послышался. Дерево куда-нибудь сдает. Ну все, я не успеваю, что делать, убиваю их просто все. Да. Хилься. Сейчас до дерева добегу. Спеешь? Наверное, не знаю. Спеш, успею, здесь на горочку. Хотя я думал, что горочки сейчас они стрельцы. А что, хила нету все равно, что делать? Ни бинтов, ничем. Болик. Пять. Сейчас внизу, блядь, вся эта будет снять. На чистом поле. Да я до нее даже не доживу, а нигде-то здесь. Он за дырёв, походу, бежал. Я бы убежал выше и встречал бы потом. Там выше, скорее всего, он сидит в кусту, наверное. Вон он. Да. Лёг. Девушка ползёт. Здорово, Игорь. Здорово. Оу. Какие люди в Голливуде у нас? Нет записи. Справился. Вот он. Да ну, блин, бред, надо было клаш брать, ай. Да. Ну, топ-3. Нормально, 9 киллов. Один. Почему они не стреляются между собой, блядь? Суки. Не знаю. Я вообще с вами сижу, разговариваю, микрофон хер.
обратно все коннектит. Угу.